Здравствуйте, друзья! Я продолжаю создавать для нашей Барби платье. Платье я хочу использовать вот такое ленточное кружево, которое я вывязала и которое я показывала в прошлом уроке, как вывязывать вот такое ленточное кружево. Теперь я хочу использовать для создания платья. Я связала 4 полосочки. Так, теперь посмотрю, хватит ли мне на объем. Вполне достаточно для объема. К этому платью теперь надо связать здесь вот свяжу небольшую кокетку для вот сюда поставить это платьице. Так, ну что ж, начнем вязать. Кокеточку я буду начинать вот прямо вот здесь. Эта кокетка будет очень маленькая, только для того, чтобы можно было пришить вот эти вот ленты. Так, вязать начинаю с воздушных петель. Ну, сделаю, не буду считать, приблизительно, чтобы объем мне хватило. Сколько здесь будет? Ну, думаю, что петель, наверное, 35-40. Их можно и не считать. Так, сейчас еще немножечко. Так, так как будет вот здесь она отсюда и сюда, значит, нам не хватает еще, ну, петель. Я связала уже такую полосочку и сделала первый ряд. Теперь я хочу померить, хватит ли мне. Так, вполне достаточно. Так, отмечу середину. Так, вот здесь вот. Так. А теперь надо отметить бока, потому что вот здесь в бочке, в каждом, буду добавлять петли. Один бочок. И второй. Так, продолжаю вязание. Возвращаюсь столбиками без накида в каждую петелечку.
еще одну петлю. Так, дошла я до маркера. Теперь в эту петлю я удвою. Я уже один раз ее провязала, теперь я еще раз удвою. И иду до третьего маркера, и здесь я тоже удвою петлю. Дошла я последнего маркера. Теперь я эту петлю буду удваивать. И еще раз столбик в эту же петлю. Теперь иду до конца. И последняя петля, петля для подъема. Поворачиваем. Дальше я буду идти без прибавлений и без убавлений полностью ряд. Столбики без накида в каждую петельку. Я все же решила, так как лиф этот будет коротенький, я решила на этом ряду сделать увеличение петель для груди. Значит, вот у меня середина петля. Раз, два. И вот в эту петлю я буду увеличивать петли. Делаю накид. Провязываю короткий столбик с одним накидом. Делаю накид. Провязываю полный столбик, еще раз накидываю, и сюда же полустолбик. Вот у меня получилось. И дальше иду 5 петель. Раз, два, вот это середина. Теперь еще делаю 2 петли. Раз, два. И следующую петлю буду увеличивать втрое. Полустолбик с накидом. Полный столбик с накидом. И полустолбик с накидом. И все это в одну петлю. И теперь иду дальше. Столбиками без накида до конца ряда. Вот у нас так получается. Провязала я до конца столбик для подъема. И теперь будем увеличивать количество петель там, где я отметила маркером. Вот в эту петлю следующую можно уже добавлять еще одну петлю. Одна петля и сюда же еще одна петля. Иду дальше до синего маркера. Дошла я до синего маркера. И эту петлю буду увеличивать вдвое. Одна петля и сюда же еще одна петля. И иду до конца ряда.
петля для подъема. Теперь можно даже сделать примерку. Вот у нас получается вот такая фигура. Маркер здесь будет посередине. И здесь у нас как раз хорошо соединяются наши две половинки. Так, поворачиваем. Этот ряд я пройду без прибавлений, полностью точно, как смотрит ряд. Так, я закончила этот ряд. Вот теперь сделаем примерку. Теперь я буду вязать, начинать вот приблизительно отсюда. Нить я здесь обрываю. Так. И начинаю вязать. Приблизительно отсюда. Я не считала, сколько там петель будет. Потом посчитаю. Так, теперь я это сложу. Вот приблизительно до сюда я буду вязать столбики без накида. Так, вывязала я. Иголочку можно убрать. Маркеры эти можно убрать. Так, этот маркер и этот крайний маркер. Останется маркер только середина. Так, поворачиваем. Так. Теперь на этом ряду я буду уменьшать здесь петли. Делаю один шаг вперед. Раз, два. Так, теперь надо проверить, где наши петли. Вот раз, два. 3. Я буду вместе делать первую петлю и вторую петлю. Провязываю вместе. Раз, два и три петли вместе. И у меня уменьшилось на одну петлю ряд.
Теперь здесь. Так, если здесь я вместе сделала первую и вторую петлю, то здесь я буду делать вторую и третью. Вот. Раз, два, три. Вот, видите? Раз, два, три. Вот вторую и третью я буду связывать вместе. Раз, два, три петли вместе. Иду дальше, не до конца ряда, а вот сюда. И еще одна петля. Так, а теперь проверим. Совпадает ли у меня все? Так, все вместе совпадает. И делаем последний ряд. И пропускаем одну петлю, и только во вторую петлю вкалываю нить. И иду до конца нашего ряда, укороченного ряда. Так, а теперь сделаем примерку. Как у нас получается такой коротенький лиф. Вот у нас получился такой коротенький лиф. Здесь будет у нас кнопочка, или пуговица, или кнопочка. Ну что ж, мы лиф уже тоже закончили. Теперь надо будет убрать все эти ниточки, спрятать. Теперь работа предстоит. Я хочу теперь все эти это кружево подшить
Придется мне подшивать их вручную сюда. Ну что ж, буду подшивать вручную. У меня есть иголочка с большим ушком. И этой же ниткой я буду подшивать. Так, вот я вручную такой иголочкой, такими же нитками пришила вот эти кружавчики к маленькому вот этому лифу. Теперь можно сделать небольшую примерку, как это будет все смотреться на кукле. Теперь мне вручную придется еще сшить вот эти все на спинке все вот эти кружавчики. Ну что ж, платьице у меня готово. Я вручную пришила вот эти полосочки ажурные. Вручную пришила. Пришила вручную. Зашила вот этот последний шов точно так, как нам показывала, точно так, как здесь вот показано на рисунке, на вот этом образце. Дальше пришила я кнопочку. И вокруг лифа я прошлась рачьим шагом, чтобы как-то было как завершенное произведение. Так, теперь мы можем только померить. Вот такое получилось платьице. Мне очень понравился этот узор. По узору я связала образец. Теперь по образцу я связала вот такую вот юбочку. К этой юбочке я связала кокетку на платьице. К этой кокетке я просто вручную подшила полосочки ажурные. Вот и получилось вот такое платьице у нас для Барби. Ну что ж, вот такое маленькое видео я заканчиваю. Пишите мне комментарии, как вы смотрите, что такое платьице получилось, правильно ли я использовала эти ажурные полосочки. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всего самого доброго. До свидания.